Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Фокси. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF. Пацанчики, поздоровкайтесь. Всем привет. Всем понравилась рубрика «Аниматроники сошли с ума». Сегодня у нас не будет не только аниматроники сходить с ума. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать выживать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень прикольное и поднять людям настроение. Я невидимый, пацаны, я буду максимально стараться вас выслеживать и мочить каждого. Ребята, стреляйте в не это, во что не видеть. Так как так нечестно? Вы прострелы делаете. Давай, стреляем. Спасибо, Серый. Начинаются прикольчики, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Стреляйте. Попали. Попали. Попали по мне, пригвоздили. Где? Блин, взрослый пацан и ведется на всякую фигню. Никто меня не пригвоздивал. Я шучу. Что происходит? Черное очко пошло. Так, так, так. Отлично. Он в подвале. Я в подвале, да, пацаны? Ах ты жопа. Так, я буду, короче, тут на шкере сидеть и вочить вас. Помогите. Охота начинается на охранников и на подписчиков. Ой-ой-ой. Отлично, Сережна. Я буду вас мочить. Круто, круто. Мне нравится. Эй, отвали. Эй, кто будет на В полетать, тот бан будет получать. На. Хорошая песня. Ай-яй-яй, электричество, ай-яй-яй. Кстати, вы меня же вынесли половину жизни. А, не половину, меньше половины. Ну давай, иди сюда. Отлично. Бульбазуврс умер. На. За уборку. На. Ах ты. Есть. Я убежал. Отлично, ребята. Отлично. Сейчас они меня убьют, я возьму потом бабку Грэнни. Она не может ставать невидимой, но она реально классно мочит на расстоянии. Серега, молодец. Да, я случайно, я хотел тебя. Красава. Да куда вы бежите, аккуратнее. Ах, эх, да выйди ты с невидимости, читер вонючий. Хорошо. Так слышь, ты меня пригвоздишь сразу. А, ну ладно, я другое возьму. Ого, Серега, тебя ж откидывают в сторону. Конечно, это прям... Ого, с базуки бегает, мочит всех. На. Извините, ребята, обстоятельства. Ах, ты ж, блин. Хорошо. Я специально тебе подался. Все, бабка Грэнни вышла на охоту. Ребят, смотрите в оба, она где угодно может. Да, бабка, да, она такая злая бабка. Че, издеваетесь, что ли? Вы меня за одну секунду убили. Так, хорошо, Серега, сейчас я еще разок буду, а потом ты, будем мы тебя гасить. Ой, ну это мы еще посмотрим. Короче, я беру аниматроника, который бьет на расстоянии. Нельзя подходить в притирку. Ребят, смотрите в оба. Побежал, а? В любой щели вылезет. Да блин, убери свой говнозритель. А я бегу. Ах ты ж лоб. Ну блин. Да так нечестно! Я ничего не понимаю. Да блин, на! Это жесть. Ребята, это жесть. Так не играю я. Ух ты! Получай, Димас! Вы увидите на ролике, только вахханалия у меня. Это просто жесть. Я ничего не вижу. А что это у меня? На молекулы расфигачили, да? Ого, да, у меня гвоздей. Да, атомы. Серега, хорошо. Сейчас у меня гвозди пропадут. Давай ты бери какого. Кого, кем ты будешь, не говори кем. Мы тебя и так найдем. Так, ребята, я беру хорошо. Пока мощное оружие. Вот оно. Найлган. Все, меня отпустило. Все, Серега, давай. На счет 3. Сейчас. Все, начинаем? Я готивка. Все, ребята, теперь Серега. Начинает на нас охотиться, а мы должны его поймать. Или даже, наверное, наоборот, мы должны на тебя охотиться. Да, енот!
Это жесть, что творится там. Я иду за тобой. Ух ты какой. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ты за бабка! Ты за бабку играешь! Я только выбирал оружие. Ах ты. Да блин, где оно? Отлично, ребята, я пригвоздил, а теперь начинаем гасить его. Говно! Отлично! Ну что, Серега, классно? Бомба? Давай. Я не сдамся. А где оно? Вот именно. Сережка, где ты? За кого он играет? Грэнни я до сих пор. Блин, я аж дернулся. Ты чё такой дикий? А Грэнни можешь ставать невидимкой? Всё, я убежал. Ребята, да. Я тебя видел, я тебя видел. Вы что меня пригвоздили? Бывает в жизни огорчения. Это я. Пригвоздил! Нет, не пригвоздил. Нет. Да блин, тяжело попасть. Сорян, Бульбазавр, прости. Все? Нет, не все, я иду. Ух, я пригвоздил его, пацаны! Быстрее вниз в подвал все! Все в подвал! Мне пофиг так. Не-не-не-не, нам нет, нам нет. Ха-ха, попал! Не знаю, как-то вы меня дольше мучите, чем Димаса. Пригвождаем его, не пускаем. Пацаны, я жду, я его сюда. Попадаю? Димас, я беру старого знакомого. Давай. Твоего друга, которого ты испугался, А кто это такое? Ну, это секрет. Так, пацаны, я внимательно чекаю его. Ой, это наш! Говно, по-нашему стреляю. Да я случайно, и не специально. А, чужое! Я его пригвоздил или нет? Нет, он убежал. Блин, я пригвозденный. А я сам себя гвоздями лупанул, что ли? Так. Попал, пацаны, попал. А чё, гвозди на тебя не работают? Работают, но я ж ухожу. Вот в чем прикол. Ладно, Димас, я возьму более такого страшного. Ну кто еще, наверное? Да блин! Так хотел замочить быстро. Ай! Ладно, все, убегай. Слышишь ты? Ах ты жопа. Ай, а меня зачем-то? Блин, пригвозили опять. Ждем, ждем, ждем. Ай-яй-яй. Прости, Димас. Было обстоятельство. Меня убили Димаса, убили Димаса. Да блин, меня гвоздями кто-то лупашит. Я его пригвоздил. Где, где? На столе. Не пофиг, я телепортироваться могу. Нет, не можешь, не можешь. Могу. Пригвоздил еще, пацаны. Мочу вас. Мочишь, да, говоришь? Жал? Вы убили меня наконец. Отлично. Я друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.